себе заказал самого настоящего тренера с Авито. Да! Как ты думаешь, сейчас будет читаем или нет, что я тебе дам сейчас хедшот? Да! Быстрее на меня запрыгивай. Запрыгивай. Они не ожидают. Блин, не ожидают! Он здесь стоит. 3, 2, 1. Как? Ты рофлишь? Здорово всем, ребята, кентуха на проводе. И прямо сегодня я себе заказал самого настоящего тренера с Авито. И это не просто тренер, это скилл. Это тир-1 игрок мира. Лучший снайпер мира. Чемпион мира по стендофу. И капитан команды RGG. Я не шучу. И прямо сегодня, ребята, я попрошу, чтобы он мне преподал хороший урок. Это будет очень крутое видео. Также я его буду немножко троллить. Ха-ха. Ну что, мужики, погнали прямо сейчас его набирать. Я решил вначале поменять ник на Capit. Ну, я думаю, он мне сфальшит это пока. Братанчик, хочешь этот USPA метрик? Даже я его хочу. И чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий, плюс свой ID. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну что же, а мы приступаем к видео. Все, брато, пока что скилл не знаешь, агент ПК. Погнали его набирать. Алло, 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 тренер, здрасте. Так, приветствую. Здрасте, я нубик, научите меня играть. Вау, я вижу, ты там фанат маслят. Да, маслят, это поди, маслят. Я понял, ну, фанат, типично, типично. Так, хватит орать. С чего мы с тобой сегодня начинаем? Сейчас у нас будет дуэль тренировочная. Я пойму, что ты можешь, что ты не можешь. Тренер, а чего за нубский клан? Тир 1000 или тир 100? В смысле? Так, ну-ка, не грубите. Я сейчас прекращу тренировку. Ой, извините. Накидываем хаешечку вот сюда. Так, ну-ка, где ты, где ты? Тренер, опа, вы жесткий. Сразу по ошибкам. Какой дигл на первом раунде? Ты что делаешь? Мне там говорил, кем-то пока придигл. Сейчас ты закупаешь, заходишь пистолеты, пулеметы, закупаешь фармган. Понял? Фармган. Это значит, нужно фармить. Второй раунд тебе нужно зафармить бабок. Я сейчас вас зафармлю, как Нуба Галимова. Можешь мне не грубить, алло? Так. Тренер, я вас как бота слил. Новичкам везет, типа, ты просто очень глупо играешь. Нужно делать эко. Я съел эко. Эко, эко, это что? Тренер, я по шапке дам. Тренер, ловите маслину. Nope. Тренер! Где ты? Тренер, а потом о, хэдшотик прописал. Тренер, я сейчас позову своего папу. Подожди, у тебя трэшер хантер? Да. Подожди, а откуда? Тебе мама задонатила, что ли? Откуда у тебя трэшер хантер? Алло! Алло! Меня зовут Илюха, ты сути, Луга! Подожди, что за фигня? А у тебя какой ID? Какой-ка у тебя ID? 4, 4, 8. Ладно, ладно, брат, это я агент ПК, я тебя рофлю. Ты чё творишь, алло? Ты чё такое? Я думаю, чё за дорогие скины? What the fuck, я реально поверил, чё за школьник? Братан, прямо с тобой я хочу взять тебя урок. Чтоб ты меня научил стать жестким киберспортсменом, понимаешь? Подожди, то есть ты меня позвал, заплатил 10 тысяч рублей за час тренировки для того, чтобы притвориться школьником каким-то? Брат, я видео снимаю! А можно с тобой чисто первую дуэльчику разминочную сыграть? Вообще, чтобы посмотреть, на что ты способен. Потому что говорят, что RGG тир 1000 клан. Какой RGG тир 1000 клан? Вот мне кажется, маслята тир 1000, блин, клан. Что ты сказал? Бро-масля! Поехали. Все, дядь. Прям сейчас играем с тобой на всю силу. Маслята, продержи. Хит был! Хит был! Короче, смотри, что у нас сегодня было? Мы сейчас вначале проверим, что ты способен, потому что, возможно, я буду твоим тренером, а не ты моим. И после этого мы с тобой пойдем играть в союзники, и ты мне расскажешь какие-то выигрышные тактики. И за это я, в принципе, 10 тысяч рублей получаю, как бы. Погнали. Пацаны, обязательно поставьте лайк за старания кентухи АПК. Опа! Можете научить этой тактике? Братанчик, а ты в курсе, что у всех киберспортсменов нормальный инвентарь? Так вот, как же тебе получить нормальный инвентарь? Рассказывай. У наших друзей из Булдропщика вышло нереально крутое обновление. Там добавили целых 2 ивента. Первый ивент, ты мне можешь получить 1 000 000 голдишки. А второй ивент, это был пасик. Просто ходишь каждый день и получаешь на халяву скины. Плюс, помимо всего этого, по моему промику, который находится снизу, ты получаешь халявный кейсик. Бесплатно, без доната, братан.
Руслан, переходи по ссылочкам и становись таким же богатым и влетай в киберспорт. Ну а мы идем дальше. Брат, рассказывай, как так произошло, что вы всем кланам в мире проиграли? Алло, такого не было, алло, я духа. Дядь, давай мы прямо сейчас закроем наш вопрос, потому что ты всегда говорил, что Масля это тир 3 клан, на самом деле это тир 1. Поэтому я прямо сейчас предлагаю, мы сейчас закроем этот вопрос, ты готов? Давай закроем 3, 2, 1. Как? Подожди, как ты слышал там? Ну не, реально. Это был скилл пик. Вот ты это и зря разозлил на папу. Ну начинай потеть, потому что я тебя сейчас вынесу, я тебя сейчас просто разнесу в нулину. Сейчас просто будет минус башка. 3, 2, 1, носкоп. Давай на носкопах, покажем. Да блин, ну я на полный нуб. Ну ладно, давай на носкопах. Хэштег не погано. Хэштег погано! Да! Да! Слушай, ну нормально. Может быть новый топ-1 снайпер это я? Погнали, дорогулечки, ты моя! Я тебя влетаю, пушу! Я тебя сейчас разнесу, давай, где ты? Ты справа. Nope. Ой-ой-ой! Nope. Лови маслину. Блин, посмотри, прям рядышком с тобой! Ну слушай, ну по-моему ты реальный снайпер, так, окей. Давай, прям сейчас я беру М16. Все, я говорю сразу. А ты сейчас Савика можешь дальше? Да-да, конечно, Савика. Ох, ща я тебя разнесу. Ща я тебе покажу, что такое настоящее MVP. Как ты думаешь, сейчас будет читаемо или нет, что я тебе дам сейчас хедшот? Нет. Да! Я знал! Ты в курсе, остается 2 раунда, и я выиграл. И я буду главой РГГ. Хорошо. Ну, кентухи, мне кажется, не жалко отдать клан. Я на АФК на базе стоял, прости, пожалуйста. Сейчас, короче, я выхожу. На тебе, врунишка! Миниград на 8, ну это нечестно. Это нечестно, кентуха. Дядь, я тебя прочитал! Это называется брейн, детка! Ну что, брат, так может я тебя буду тренировать, если я тебя выиграю? Подожди, стой, а чего, ну реально, чем я тебя научу? Если ты меня выиграешь. Самое главное, это выигрывать. Завидуй молча! И как ты играешь вообще? Ну давай, плейнти, пока я тебе даю, пока я добрый. Давай, велосипед. Тебе спортивные наказания. Все пять, решающий раунд. Прямо сейчас мы узнаем. Это трындец, посмотри, пуля была так рядышком, окей. Я сейчас давай возьму самое киберспортивное оружие в мире. Вот прям самое киберспортивное. Ухо! Как тебе такая позиция, подсадочка, а? На сэндстоуне, бро. Ты нормальный? Блин, пацаны, надо выиграть эту нупа. Все, собрались, поехали, замаслят. У тебя денег-то нету сейчас. У меня очень плохая экономика. Как ты меня прочитал? Может, у тебя авик? Не, у меня очень плохая экономика. Так, а где ты? О, ты жесткий. Поднимайся на мостик и все. Минус стык. Так, я был не сосредоточен. Ну ладно, я, короче, даю раскидочку. Ты берешь сейчас тег, залетаешь апс и вылетаешь в сайт. Залетай. Погнали. Влетел. Обалдеть, ты гений. И пленти, да? Есть, есть. Да, лучший. Ой, хорош, ой, хорош. Давай, родной. Давай. Ах, хорош. Вот этого тренера я люблю. Смотри, теперь смотри, встань здесь, смотри мидл. Сейчас, мне кажется, кто-то пикнет мидл. Да не гони, давай. Раз, два, три, дал флеш. Вылетаю. Обалдеть, вот ты тактики знаешь. Там два типа, с дробашами. Давай, Да лучший, хана, ты гений. Ну смотри, когда в клатче 1-1 остаешься, самое главное не шуметь. Вот так вот тихо играть. Да ты уже протупал как стул, он тебя уже ждет. Между справа, крысы, не? Хорош! Он даже не ожидал. Хана ты машина, я даже не ожидал. 4 кт, ля, красава, брат. Не, на, держи калаш. Ой, имба, имба. Отсюда он кидается, на пески. Вот так вот бежишь и по стенке туда кидаешь. Серьезно? Вот так? Да, вот так. Я даже не ждал, а прикольно быть теперь спортсменом. Тут тип, дал маслину. Да, прилетел идеально, блин. Два, три, кидай. Ну кинь ту хэнте. Смотри, так же смог, я кину коннектор. Раз, два, три. Ой, хорош, а как не знал, что он там? Красава, брат, слушай. Держи, брат. О, я Савика хорошо играю, я Савика прям вообще машина, давай. Нужно сделать секретный подсады, иди за мной. Запрыгивай. Подсаживайся, за ящиками видно. Никого нету. Давай, брат, давай, я тут, а. Я тебе даю буст, ты запрыгиваешь, убиваешь. Раз, но зумом? Два, три, да, запрыгивай, убивай. Нет его. Блин, мне стрёмно, он где-то тут рядышком! В пленту. Убил. Так, нормально. Да! На бартах забрал, типа! Хрена! Все, залетай.
Я в тебя верю. А! Тути! Блин, мистер Башум, меня ждал сверху, понял? Да, один на пол, второй снизу. Я да не подкачай, сейчас на тебя смотрит вся моя Мария. Аудитория. Давай, родной. Он здесь стоит. 3, 2, 1. Как? Ты рофлишь? Обалдеть, ты гений. Дядь, ты реально гений, я не ожидал. Как? А как ты знаешь силуэта, я не пойму? Кто-то плунтук, и думаешь, есть или нет? Да, топай, плунтук падаль. Я сейчас маслину поставлю кому-то. Вот тут тип, я думаю. Стрелю его. А, снизу. Да, найс! Брат, смотрите. Ставлю бомбу. Давай, брат! Минус 30, на тебя вся надежда. Давай, дядь, покажи, что ты РДЖ. Давай! Блин! Дядь, тебя развели как бота, но ты гонишь. Короче, показываю тебе фишку. Нужно всегда пикать приаимом. Да, смотри. Так я же не говорил, что ты его префал. Чего ты не префал? Мне же даже я префнул бы. Вот так вот кидай, вот так вот. Ну вообще, на башку какой-то. Ля, нифига мне бы залетело наверх. Ты видел? Давай, пикач. А, тут тип! Вон он. Блин, я почти на нож посадил, прикинь. Кентуха, ну это был НТ. Ну реально, хочу им надрать попочку. Они меня засыпали. Дядь, можно я вообще дигл? Я сделал тренд, хорошо играю. Я знаю, что всякие распространенные ряд братью есть. Давай. Все, имба, погнали. Вот здесь неожиданно. Быстрее на меня запрыгивай. Запрыгивай. Да там еще ничего не видно. Они не ожидают. Блин, не ожидают! Ну, ай, нас как ботов слили. Ты что, М40 взял? Мы сейчас сольем. Беги за мной. Да мы сольем. Нифига ты за 5 метров даешь под сад. Апы. Ой, аккуратно. Ого, тебя как бы взорвали. Я смог, да, прикольный, кстати. Ой, хорош. Смог идеально. Ждем, братан. На, падаль. Тип спрыгнул. Он замочил. Найс. А где второй? Дай инфу, брат. В сайту. Тикер убивай. Да! Мой ученик кентуха ПК, пацаны. Ля, слушай, имба! Мы всегда разминаем пальчики, знаешь, каким способом? Ладно, не буду. А, дядя, я знаю, каким способом разминать пальчики. Я Савика сейчас по-любому дам килл, отвечаю. Давай, я на хаеш. Все, это по-любому. А почему они мидл пойдут? Не-не, идут. Ты просто ничего не вижу. А, прыгнула одна падаль, пропрыгнула. Хорош. Где второй? Чекай, апы, давай, один в один. Ну давай, короче, не буду выделываться, возьму. Да блин, может, да, Вика, доиграешь, у тебя лоу хп. Он спрыгнул? Может, пушка чекнуть. Блин, что ты за мной кидаешь, плохие? Давай, дядь, по брейну отыграем, да? Брат, ну надо выиграть, ну реально, чтобы это позор, мы так хорошо начали. Дядь, мы сейчас зальем, они слышат, если они глухие. О, как я перевелся. Пацаны, кто видел это, просто лайк. Так, а где второй? Брат, один в один, лапа, в сайту. Садись дефать. Реально? Да, садись дефать. Бля, пальчик, где? Справа. Ёпси. Не открывайся. Ой, ты еще и без дефа. Блин. Ну дядь, ты тоже без такти? Давай просто выиграем. Можно, пожалуйста? Просто выиграем как-то. Ну, пожалуйста, брат. Уже такти надоели. О, 2 М16, дай мне подсад, пожалуйста. Я купил М16, можешь? Брат, давай. Я тебе дам М16, ты мне плюс на лапу. По-братски. Держи, я в тебя верю. По-любому плюс один. Нифига молик. А, они, по-моему, тоже с лапами. Давай, брат, аккуратно. Ё-моё, не пикай. У меня 3 хп. Дядь, он флешку бросил, он какой-то жесткий кибер. Не пикай. Блин! Даже ни разу не попал. По ногам, по яйкам стреляй, брат, кей, ты учил. Ну как, 96, кентуха, 4 хп, он был. Это было. Все, сейчас по-любому выиграем. Если мы проиграем, то мы полные боты. И все в чате будут писать, что мы боты. Согласен? Да, так если мы проиграем, возвращай деньги за тренировку. Короче, видимо, бесполезно, кентуха. Кентуха, мне пипец. Нормально, забрал одного. Можешь последнего убить? Где он? В лапах. Блин. Минус 30 дал. Кентуха, тащи, пожалуйста, тащи. Ой, как он выжил, падаль! Тактика пиксель. Корона, тактика маслят. Маслята! Выходи, убивай. Как он выжил? Бомбу ставит. Ля, говнюк. Сверху. Блин! Нет, это самый мощный проигрыш. Короче, братва, как вы поняли, походу, скилл сегодня был не в форме. Поэтому, братва, если вы набираете 10 тысяч лайков, то мы вместе с скиллом делаем камбэк. И ставь мне это очко мамонта. Им отмазываться. USB дали! Первая жизнь. Обязательно, прямо сейчас, поставь лайкусик. Напиши любой хороший комментарий, ставил ваш кентуха и скилл. Да, обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, на скилла. Всем удачки, всем пока-пока. Всем пока.